Всем привет, дамы и господа, с вами Кентавр, мы находимся с вами в игре Below Zero, Subnautica Below Zero, конечно же. Что ж, мы с вами продолжаем, почти что две недели не было видосика по выживанию в Subnautica Below Zero. Ну, у нас был видосик, но это было про обновление, а сейчас мы выживаем с вами дальше. Находимся мы с вами в жопе мира, и, к сожалению, нам нужно отсюда, ну, то есть, к счастью, нам нужно отсюда выбираться, а, к сожалению, в жопе мира. Так что, очень много тут монстров, очень много живности, которая хочет нас убить. И только как я сяду за руль, блин, за штурвал, меня захотят сожрать. Тихо, уже, блин, 10% почти сняли, 9%. Так, мы видим эту базу, и я хотел ее обозреть, короче, посмотреть. Нужно глянуть, что это за база, потому что это очень важный момент. У меня, к великому сожалению, прямо места в инвентаре нет, а там база. Ты представляешь, там гребаная база. Скорее всего, эти вот три глаза и все это вот рылохват, если что, я выкину. Давайте посмотрим. С кислородиком у нас все нормально? Нет, с кислородиком не все нормально. Нам нужно было перезагрузить второй баллончик. И выходим через задний проходик. Убираем маску. Погнали в базу, ребятки. Эпичная у нас тут вылазка будет. Давай, залезай. А почему я это еще не могу сканировать, господа разработчики? Ну, это же было не так уж и трудно. О, PDA. Инвентарь полон. Так уж и быть, рыбки. Пошли, главное их не съесть. Пошли вон отсюда. Вот так. Берем PDA, журнал Джеффриса. Это мы глянем потом. А теперь смотрим, что можно еще здесь отсканировать. Блин, ну у меня еще мой корабль. Блин, ну здесь много чего есть. Это все я уже могу крафтить. Это вот могу крафтить. А у нас, к сожалению, корабль не имеет никакого места для хранения. Поэтому я не могу. Не могу, к сожалению, никуда запихнуть свои вещи, свой инвентарь. Кстати, если я что-то пропускаю, не забудь об этом мне написать. Обязательно прям написать, потому что, ну иначе, блин, ё-моё. Как же иначе? Так, стой. Да убери фонарик. Ну, здесь у нас баг. Такое ощущение, что я могу даже пролезть через эту хрень. Нет, не могу. Что у нас? А, так ты не активен, блин. Ё-моё, питание, погоди. Сейчас вытащим батареечку. Батарея. Стой. Вот, вытащить. И ставим питание сюда. Может, поэтому я не могу сейчас сканировать. Все, плывем дальше, ребятки. Тут у нас выход. Нам выходить туда нельзя. Не то, что нельзя, не надо, просто потому что нас убьют. И смотрю, могу ли я этот очиститель воды просканировать. Чего вы такие все жесткие? Прям хотите меня убить? Да ё-моё, а? Нет. Даже с батареечкой, даже с энергией все у нас ничего, короче, не работает. Да, к сожалению, к большому сожалению. Сейчас придется немножко поиспытывать судьбу. Вот. Берем наш глайдер. И погнали. Что я могу здесь увидеть? Но вы меня не достанете. А пусть будет. Одна штука мне не помешает. Эту бы я взял. Вот. Ага, здрасте. Экстрим, ребятки, немножко экстримчика. Что еще здесь поблизости есть? Ничего хорошего. Ушла отсюда. Стой, не надо меня быть. Не надо. Вот что я хочу. Это нужное, очень нужное. Да, дай взять. В смысле? А что я могу взять? Погоди. А, в этом биоме еще ничего не работает? Или как? В этом биоме ничего не собирается или что? Я не понял. Это вообще нечестно. Оу! Тёка, не надо меня убивать! Я хороший! Опс, там можно было подняться, что ли? Быть такой не может. Так, с обратно к этому, к нашему... Се-моду. Есть. К мореходу. А там можно было подняться, я не заметил. Я нашла КПК Джеффриса. Данные говорят о том, что такой, что твой коллега подозревал о моем существовании. Тебе нельзя передавать эти данные своим хозяевам. Я должна отправить это Альтере. От этого может зависеть жизнь Джеффриса. Но людей много, а я всего лишь один. Мое выживание первостепенно.
Я удалю эти записи. Он не будет пустым, но и что-то там это вот. Анимация удаления записи из КПК Джеффриса. Открыть передачу. Так, Веспер, я нашла КПК Джеффриса. Новых зацепок нет, но технари могут вытащить что-нибудь полезное, говорит нам. А, великолепно, это нам Сэм говорит. Отправляй сюда, короче. Есть. Блин, ну это у нас сюжетные такие линии, которые еще не активны. То есть их еще не доработали, без голоса и так далее. А если кто-то что сейчас что-то не понял, мы открываем, смотрите, открываем голосовой журнал. И здесь у нас будет весь текст, с кем мы сейчас говорили. Это у нас, это понятно. Данные притащи получены, бла-бла-бла. Вот. Нет, отсюда. Отсюда начинается текст. Это мы говорим с Робином. Робин — это наш компьютер. То есть не компьютер, а высший разум этих наших предшественников, который залез в мою голову. Наоборот, Робин — это я, Алан — это... Алан, данные говорят... А, Алан есть тот, короче, компьютер, о котором я сейчас вам говорю. Не компьютер, а высший разум наших предшественников. Короче, заходим обратно. Если кому-то еще интересно почитать эти вот данные, заходим и на паузе читаем. Блин, ну, наверх нам не подняться, я понял. Все, туннелик у нас не активен. Вообще вася. Едем дальше. Собираем. Отлично. Что могу собрать еще? Рубин? Давайте рубинчик. Рубинчик так рубинчик. А сейчас домой. Домой. Потихонечку, помаленечку. Не сломали его? Не, не сломали, нормально. Могу, в принципе, починить. Ой, правда, у нас опять нет батареечки. А зачем мне лазерный резак, кстати говоря? Заряд 5%. Очень мало. Вот реально, у меня уже ничего нет. Мне нужно срочно пылить домой. А сюда я, наверное, поставлю эти вот. Я же брал батареечку, не? Стой. Вытащить. Тут нету. А придется мне эту водичку выпить, кстати говоря. Почему бы нет? И появилась батареечка. Я искал эту батарею, которую я снял с этого, с ремонтного инструмента. Кстати, а это не резак, это ремонтный инструмент. А она, видишь ли, если нет места в инвентаре, она не появляется. И надо было что-то съесть, выкинуть, чтобы она появилась. Круто. Хорошо, у нас есть 5%. Иди сюда. Вот, могу починить, в принципе. Отлично, 4% осталось. И мы уплываем отсюда к хренам собачьим. Домой, ребятки. У нас нету места вообще в инвентарях. У нас нифига нету. Поэтому нужно быстренько засейвиться домой. Дом это у нас где-то... Ох ты ж, ё-моё. 1100 километров. Погоди, у меня есть маяк сейчас с собой. А, маяка у меня нет, к сожалению. Чтобы здесь оставить, что здесь у нас база. А что здесь с этим могу сделать? Это надо отправить. Да, все, погнали. Проплываем через наш красавчик биом. Очень красивый биом. Опасный, правда, капец опасный. Кстати, в этих дырках ничего нет. Смотри, как вырастает новая эта вот лава. Ой, ну опасный, реально опасный биом. Но что поделаешь, нужно прорваться, нужно идти дальше. Потому что игра такова. Тут безопасности вообще никак. И здесь начинаются обычные, обыкновенные, совсем обыкновенные ресурсы. Смотри, у нас глубина вообще маленькая, 20 метров было. Окей, но на поверхности плыть сейчас нет смысла. Потому что когда ты плывешь по дну, ты можешь увидеть какие-то чертежи для сканирования. Ну и так далее. Это, наверное, все знаете. Поэтому... Плывем, ребятки, дальше. И тут прям на базе у меня еще один, даже два даже говнюка, которые все пытаются меня сожрать. Заколебали. Ай, у него ножки куда пропали-то? Не понял? Ножки пропали, ты как понимать-то? Стоять, не надо меня кусать, блин. Так, секунду. Давайте, во-первых, я вытащу все ресурсы, которые у нас есть. И я хочу прям все прям разгрузить, потому что у меня инвентарь полон. Плюс к этому. Плюс к этому. А где добро пожаловать на борт? А, я голоса выключил, погоди. Все, сейчас все окей. Что у нас по батарейкам? Смотри, у нас тут заряжается одна батареечка. Так, ну давайте. Засунем, наверное, раз, два... Три. Все у нас нулевые, а одна у нас полная. Короче, забираем тебя. Где-то у нас... Короче, на сканер. По идее, на сканер нужно поставить батареечку. Здесь у нас 15%. Это очень мало.
Ну да ладно. Что у нас здесь по энергоячейке? Ты жив? Жив, нормально. Ой, ящики, ящики, ящики. Давайте по ящикам все раскинем. Погоди, где у нас такие более-менее... Какой-то странный звук. Какие-то сложные штуки, рецепты. Да ничего такого у нас сложного здесь нет. Тут, правда, места уже нет. Хорошо, здесь места дофига. Ну, наверное, аптечки, наверное, сюда можно. Потому что здесь у нас уже крафченные ресурсы. Одну аптеку я держу с собой всегда. Да даже не знаю даже. Нужно, походу, больше ящиков сделать, как минимум. Ну, давай. Эти вот туда, аэрогель пока что сюда. Концентрированный фермент пусть будет здесь. Волчок, я могу тебя сюда кинуть? Вряд ли, да? Да, он не входит. Тут тоже не входит. Ну, понятно, если он не входит в этом, в нормальный аквариум из моего Сиа-мода, он и здесь не зайдет. Хорошо, гель... О, гелеобразный мешочек. Я же могу его... Я же могу его посадить. Погоди-ка. Блин, питания нет. Дайте мне питание. Дай. 13%. Нормально, 13%. Чё, блин, 13%? Это очень много. Сейчас посмотрим, могу ли я уже грядки строить. А нифига, блин. Техстанция полярного лиса. Да это нам сейчас не надо. Блин, не могу, ребят. Не могу сейчас пока что строить, да? И когда я смогу строить грядки? Очень странно. Хорошо, батареечка, грузись дальше. Иди туда. Там у нас еще место есть, смотри. А, батарея отсутствует, батарея отсутствует. Заряд, ремонтный инструмент. Ну, зарядись, зарядись и ты. Зарядись. Стой, уберись. Ты тоже заряжайся. Давай, вперед. Закидываем дальше все, что есть. Лилипад, ресурс. Не знаю, что с ним делать. Без понятия, это надо отправить. Коллег PDA. И что-то там. Да вроде все, вроде бы, да. Дальше заряжаем свой баллон с кислородом. Есть, да? Нормально? Нормально, отлично. И что я хотел сделать? Секундочку. Я хотел проверить с вами, на ваших, так сказать, глазах, проверить кое-что. У меня сейчас, во-первых, сохраняем игру. У меня сейчас мореход имеет два модуля. Давайте посмотрим. Это у нас модуль аквариум модуль и модуль жилой, мне кажется. Но не модуль хранения. Попробуем сегодня найти с вами модуль хранения. Но сначала я хочу его пристыковать вот сюда вот. Весь, понимаете? У нас три модуля получается. Сам мореход и два модуля отдельных. Он стыкуется. Его забирают. Ну, анимация у нас как от... Ой, как от этого, как его... От мотылька. Да, анимация как от мотылька. Даже крепит он его как-то косо. Здесь присосался, там не присосался. Сверху вроде присосался правильно. А это неправильно так, блин? Мотылек что, был неровным, что ли? Эта вот рука должна быть еще ближе. Тут вообще открыто, ё-моё. Нормально. А, дверь открывается. Не, ну то, что дверь открывается, когда мы здесь, это круто. Но она не должна открываться, чтобы здесь вода входила. А другие модули остались внизу. Ну, это немножко... Ну, выглядит так себе. Вообще так себе. Мне это не нравится, но что поделаешь. Бывает, бывает и такое вот дерьмо, поэтому мы... Стой, по лесенке надо все правильно делать. Поднимаемся дальше. И что я хочу еще с вами сделать? Секундочку. Сейчас, секундочку. Я понял. Я понял. Он ведь заряжается. А ну-ка быстренько. Он ведь, ё-моё, заряжается. Погоди. И энергии мне не хватает. Загружается 23%. Ясно, ясно, ясно. Нам нужно больше солнечных панель. Ё-моё. Солнечных панель. Так, мне нужна одна батареечка, где больше всего... не, больше всего пусть у нас заряжается, где меньше. Вот так вот сделаем так. Строитель. Питания нету. Как нет питания? Погоди. Панели. У нас из кварца 2 штуки, титан 2 штуки и медная руда.
Титан 2 штуки, кварц 2 штуки и медная руда 1 штука, мне кажется, да? Да, но это мало, надо... Стой, не туда тыкнул. Титан, кварца мало, медная руда. Где кварц еще есть? Дайте мне кварц. Ё-моё, блин, кварца нет, энергии нет, сейчас солнышко вообще опустится, блин. Так, я пошел за кварцем. Ну, как минимум, сейчас одну батареечку мы сделаем с вами. Одну панель. Это неправильно, батареечку сказать. Панель, ё-моё, панель. Понимаете? Панельку. Давайте. Наверное, вот. Во. Первая панель пошла. У нас там энергии было ноль. Вообще ноль было энергии, потому что все высасывал наш мореход. Сейчас сколько? Да, две панели помогают чуть-чуть поднимать, а три панели будет вообще идеально. Так, где у нас будет? Блин, у меня... А, есть, энергия есть. Кварцик. Ты где, маленький мой? Это соль, мне нафиг не нужно. Это не то. Я не понял. Где мой кварц, блин? О, бля. Пластинчатый коралл. Ну-ка, маленький. Че с этими кораллами? Я не понял, почему они не добываются? У меня игра обогнулась? Или как? Странно. Пишите мнение свое, что там делать, как делать, что сделать, чтобы это все у нас решилось. Короче, я за кварцем. Это, конечно же, ничего страшного. Титанчик, но все-таки все, что видим, все берем. Все нужное, ну кроме соли. Соль я обычно не беру. Давай, иди сюда, маленький, еще кусочек кварца. Шикарно, где на базу у нас уже целых, короче, дофига кварца. И погнали к базе. Эпично, кстати, смотрится база сдалека. У нас тут темновато получается, потому что мы на глубине. Кстати, небольшая глубина, 35 метров. Но все же я считаю, что должно было быть светлее. Чё, оксиген? Я не понял. У меня с кислородом вообще проблем нет. Пока еще светится солнце. Так, чисто ради интереса еще раз глянем, сколько у нас энергии дали две панели. 10, мало. Для ночи не хватит. Давай. Да пофиг. Ставь, ё-моё, блин. Но... Нифига себе, как долго. Следующее. Да, пофиг, вот так вот ставься. Чем больше, чем лучше. Пока у нас будут какие-то генераторы как... В смысле? Чего-то не хватило, не понял. Титан и всякая хрень? Да, титан и медь. Погнали. Уже 47 энергии, круто. Отлично, на ночь нам хватает. Все нам хватит. Сейчас сделаем вообще до 100. Так, дальше, следующая панель. Сделаем так, чтобы было больше, чтобы было много, чтобы у нас не было, вообще не возникало с этим проблем, потому что загружать я же буду блин, опять не хватает. А, кварц уже не хватает. Понятно, да и хрен с ним. Все, мне кажется, сколько у нас сейчас получается? 5 панелек, да? 5, ну, у нас же есть еще комната сканирования, она тоже много берет. Наверное. Все. Проблема с топливом, хотел сказать, с энергией решена. У тебя 95%, 6 уже. Отлично, он зарядится. И как раз солнышко сядет. Что ж, идем дальше. Давайте, короче, сейчас посмотрим, что у нас за улучшение требует этот изготовитель. Дрон-камера мне не нужен, чип интерфейса комнаты сканирования пока что тоже не нужен. Улучшение дальности и улучшение скорости. Да я не знаю, тут ничего такого хорошего нет. Есть дальность, ну как бы дальность сейчас нужна. И скорость. Чип интерфейса комнаты, да, мы по памяти можем все это. Хотя хер знает, по памяти мы тут ни хера не сможем. Горячая зона. Он до сих пор, я эту кнопочку нажал где-то 2 видоса назад, да? И он до сих пор ищет горячую зону. Да. Короче, давайте. Дальность, может, дальности мало. Медная руда и магнетит. И скорость. Серебряная и золото. Медная руда и магнетит. Медная. Золото. Так, да, уйди, да, уйди, ё-моё, блин, не мог высунуть инвентарь. Так, магнетит, вот он, а что-то он у нас дорогой получается.
Так, что там нам надо было? Магнетит. Еще раз. Для этого есть? Серебряно, ё-моё, золото и серебряная руда. Отлично. Эти дела у нас, само собой, конечно же, есть. Серебряная руда, друзья. Тогда, в таком случае, мы идем сюда использовать и улучшаем дальность сканирования. Что-то у меня тут поперек горла стало. Дальность сканирования и, само собой, скорость. Ё-моё, как долго можно находить горячую зону? Может, потому что это далеко? Может быть. Все может быть. Так, ты идешь туда, ты идешь сюда. Что улучшилось? Да, ничего. Что могу я еще просканировать? Я хочу улучшения для нашего морехода, допустим. Ломкий выступ золота. Яйцо существа. Фрагменты для сканирования. Вот это вот уже поинтереснее. Мне сказали, почему я начал сейчас этим заниматься? Потому что мне сказали, зачем тебе нужна комната сканирования, если ты один хрен ею не пользуешься. Так, друзья. Фрагменты, так фрагменты. Правда, он дает те фрагменты, которые мне нафиг не нужны. Те, которые поблизости, которые мне вообще не нужны. Хорошо. А дрон не нужен. Чип интерфейса комнаты, микросхема и магнетит. Микросхемка, мне кажется, у нас была. И еще раз магнетит, что ли? Блин, что-то я его слишком прям быстренько потрачу, и это мне не нравится. Если он мне для чего-то получше понадобится, то я его нифига не увижу. Не найду. Вот, погоди. Я же горячую зону сейчас вырубил. Что он мне показывает? Фрагмент, фрагмент. А вытащить его? Ага, здесь вытащить можно, если он мне мешать будет. А расстояние кто писать будет, ё-моё, блин? А? Кто мне расстояние писать будет? Так, мне нужна еда. Эту еду тратить не буду. Эта еда у нас для вы знаете для чего. Так, тут у меня рыб нет. Нужно с собой взять... Это что такое? Яйцо морской обезьяны. Нужно с собой взять, короче, эту штуку, которая приманивает рыбы. Правда, она у нас является очень далеко. Погнали. За ней, короче. А тут вообще рыбы есть, чтобы она приманивала этих рыб? Мне кажется, дело в том, что ее вообще как бы... Ее здесь не должно быть. Хотя нет, кое-что тут у нас плавает. Так, секундочку. Что у нас по батарейкам? Мы берем батареечки обратно, потому что, смотрите, с энергией у нас все отлично. Забираем все батарейки себе. Нормально. Можно работать. Батарейки сюда. Стой. И батарейка, которая была 14%. Вот она, 14%. Иди заряжайся. Да я знаю, все нормально будет. Чего ты паришься? На всякие пожарные, чтобы я не сдох? Я возьму с собой. Чисто на всякий случай. Водичку, что ли? Да я это возьму с собой. Все. На всякий пожарный случай. Но сейчас... Ё-моё, сколько фрагментов. Фига себе. Так, смореход. Стой там, я так быстрее буду. По ходу действий будем ловить рыбок, ребятки. Только с тобой не встретиться. Стой, 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 не надо мне с тобой встречаться. Вообще не надо. Вот вода. Вот тебе водичка. Вот тебе рыбка, кому говорю, блин. И иди сюда, маленькая. Вот так вот, нормально. 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 Актуально. Актуальная рыбка, кстати, потому что мне пить надо. И там же 100 метров. Че нам 100 метров? 100 метров это ерунда. 2% осталось. Да. С водичкой. Стой. А, морской глайдер. Иди сюда. Есть контакт. Все, погнали готовить. Видишь, как у нас кухня и там, и там. Не-не-не-не. Украдет сейчас. Кое-что украдет по-любому. Что у нас есть? У нас есть водичка, во-первых, потому что это самое важное. В обнове, кстати, то, что добавили, это то, что изменили вот этот вот цвет всего этого, да? Стой, 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 стой. Сейчас покушаем, да. На, попей. Вот, я же говорю, покушай, попей. Сейчас приготовим и еду, и водичку. А о чем я говорил? О том, что поменяли вот эту вот штуку, да. Тут у нас зелененькая стала, и крафт стал вот таким вот. То есть ты видишь все сразу, и это очень удобненько. Все, с едой у нас закончено все, нет?
Да, это у нас только вода осталась. Давайте мы все-таки воду всю сделаем. И покушаем. Раз, два, три. Отлично, 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 отлично. Шикарно! Водоросли можно пить, я знаю. Все я знаю, ребятки. Можно пить и водоросли, можно было бы. У нас день, это круто. Где этот приманиватель? Вот он, красавчик. А как он называется? Я уже забыл, блин. Вылетело из головы, смотри, какая. Гравиловушка, ё-моё. Это я на всякий пожарный. Это мы берем домой. Домой, ребятки, домой, все домой, все домой. Ресурс, смотри. Он даже притянул. А в инвентарь ты влезешь? Влез, конечно. О, да он вообще маленький. Все, теперь офигеть, сколько эта комнатка сейчас просканировала. Погоди, нам кристальчик там нужен был. Опс, это тоже надо было. Погнали домой. Текс из нашего маленького-маленького контейнера берем все, что у нас тут валяется. Это уже не влезет. Хорошо, потому что все надо засунуть в базу. И отсюда что же нам понадобится? Батончики, скорее всего. Вот это вот может быть согревающий гель. Да, и вроде бы все. Потому что больше места просто нет. Идем на базу. Начался, кстати, дождик. Это тоже сейчас в обнове добавили. Это не дождик, это у нас град. Я нахожусь на 14 метров глубины. Я вижу. И я слышу это. Слышите, я помолчу сейчас. Ну куда вообще идем? Вот туда. Смотри. Ураган, блин. Ураган, ураганище. Идет, да, кому говорю. А, места нету. Пошли. Быстро, очень близко все это дело находится. Поэтому заходим в базу, все выкинем по ящикам. И мне кажется, нужен еще... Вот, welcome aboard, captain. Welcome aboard, captain. А, титана мне не хватит, мне кажется. Не, мне титанчика... Так, я говорил, что готовые штуки будут вот здесь. Еда вот эта вот тоже туда же. И мне нужен еще один шкафчик. Для шкафчика нам нужно что, ребятки? Нам нужно, во-первых, строитель нужен. И, конечно же, мы пока что только эти можем. Угу. Куда же вас поставить, чтобы прям было прям... Это тоже не было раньше. Не было такого освещения желтого. Когда ты что-то неправильно строишь. На стекло уже нельзя ставить. Давай вот сюда вот. Но ставься же, ставься, ставься. Ты же мог. Мог это все поставить. Что туда поставить? Да даже не знаю даже. Рыбу, наверное, приготовим. Сейчас и рыбу, и воду. Да. Все, теперь проверяем. Проверяем, во-первых, грави-ловушку. Поставим прям... Ну, она просто очень громкая. Я ее чисто ради интереса выставлю вот сюда. Работай. Но, притягивай, рыбок. Вот. Ага, нормально. С такого расстояния, нифига себе, блин. Правда, шуметь будет... В базу зайду, тоже будет, да? Ё-моё! Офигеть, блин! Какой звук! Жесткий! А было такое раньше? Не, в первой сабнатике такого не было. Такс. В смысле здоровье? Минус один здоровье, если я буду кушать этот приготовленный кальцевик? Вы что, прикалываетесь? Почему кальцевик вреден? Я не понял. Странно. Очень странная хрень. Ребят, ну это нереально. Это нереально. Звук вообще кошмарный. Хорошо. Все, теперь я хочу погрузиться. Капец, я в шоке. Я немножко, чуток я в шоке. Но бывает такое. Когда люди в шоке, они просто в шоке. Погоди, а как можно по-другому выйти сюда? Я могу вот так вот. Не-не-не-не, надо туда-туда. И сесть за руль, да? А, так не дает, смотри. О, вообще так нельзя. Только отсюда, я понял. Господа. Все, и сразу застыковался. Короче, что дает нам... Комната сканирования, что-то на глубине, какие-то фрагменты. Нам нужно
погрузиться. Мы погружаемся в извилистые мосты. Короче, говорим, как даун. Что это такое? Это... Я здесь слышу грави-ловушку. Вы чё? Стазис-винтовка. А ну-ка, давай-ка. Как же я это не заметил до сих пор? Нифига себе. Так это очень... Погоди, там еще есть, да? Не? Это что? Сборщик. Да, это просто титан дадут, потому что я это уже... Я это уже находил. Да-да-да, сейчас ты взорвешься. Да-да, я понял, я понял. Взрывайся. Взрывайся, взрывайся, взрывайся. Мы все это знаем. Давайте я стазис винтовку прямо сейчас, прямо и сделаю. Сколько она стоит? Блин, ну это мешает все эти вот фрагменты сейчас. А в данный момент... Опять магнетит, которого у меня нет? Да ну нафиг. У меня был магнетит на базе? Сейчас гляну. Ужас. Звук ужасный. Есть! Последний! Последний, ё-моё, магнетит! Твою ж налево. Где она была? Где? Микросхемка, батарейка и магнетит. Батарейкин, тебе пришел кирдык. Чё там? Еще раз. Все забыл, блин. Микросхема. Слава богу, я взял микросхемку оттуда, с дома. Ну, с этой, со старого дома. Друзья мои, мы под таким вот шумом. Я надеюсь, вы поняли, да, почему я грави-ловушку не брал с собой домой. Потому что я знаю, что... Я просто знаю, что она шумная, это первое. Но я не знал, что она в базе так шумно будет. Слышно, блин. Это ужасно. Это просто ужасно. Это быть такого не может. Все, ушел отсюда. Чем дальше, тем лучше. Чем дальше, тем лучше. Серьезно. Чё ты так это? Секундочку, бери в руки, красавец. Посмотри на нее. Хорошая, красивая, да? Да. Ну, сейчас уже можно поговорить с монстрами на их языке. Такс, что мы видим? Опля. Чё это такое? И почему я это до сих пор не видел? Смотри, если вы хотите полностью выйти сразу же из морехода, то ставите почти что вертикаль... Да не надо меня тут бить, блин! Пошла отсюда! Сволочь! Говно, блин. Это мореход. Если вы хотите выйти сразу же с руля на выход прямо, то вы берете и ставите мореход вертикально. Не, не буду я сейчас. Мне титан сейчас как бы не нужен. И вы выходите прям... Ну, почему бы и нет? Да, я возьму. Я забыл, что этот вылез. А раз этот вылез, значит, нам это надо. Теперь мореход мне не нужен. Дайте мне что... Это поинтереснее. Я тут был 100%. Блин, какой же у меня медленный этот говномореход. Брал? Там пусто, пусто. Идем дальше. Погружаемся, друзья. Попробуем погрузиться так, чтобы нам прям мало не казалось. И где мои эти чертежи, которые были отсканированы? Погоди. Блин, ну они наверху только, но были же внизу тоже. Кое-что было, не? Было же, ё-моё. Это вход в ледниковую долину, нам туда не надо. Под нами что, вообще ничего нет? Никаких чертежей? Странно. Да, зашел на базу глянуть, где все чертежи. Они что, реально под нами, их вообще нет? Это наша база где-то здесь, да? И комната сканирования. И все чертежи находятся слева, реально. Ну, фрагменты для сканирования. Ну, это как бы немножко жестоко. Прям не то, что немножко, это очень жестоко. Я думал, мы кое-что да найдем там. Эй, что это ты не взял-то? Нет, не берите меня обратно. Да ё-моё, блин, дайте мне этот... ну вылези же ты, вылези. Давай. Да, анимация кривая немножко. Поднимаемся. Идем сюда. Ну, что поделаешь, это у нас ранний доступ. Так что бомбить на игру сейчас нет смысла. Я, наверное, сделаю вот так вот. И возьму это своими
Это кто у нас? Мне аквариум, кстати, вообще не нужен. Может, я вообще отсоединю аквариум от моего этого морехода. Давайте прям так и сделаем. Отсоединяем и берем только жилой модуль. Я так буду просто маневреннее и быстрее. Есть. А тебя я поставлю просто, ну, вертикально. Ну, не вертикально, а нормально. В горизонтальное положение, чтоб выглядел более-менее. Вот как-то вот так. Нормально. Жить можно. Можно? Можно. Все. Плываем только с одним модулем. И проверяем скорость. Больше будет? Намного. Блин, фрагменты... А чё они пропадают-то? Или это здесь было? И как понимать, где у нас ближе, где у нас... Вот ближе вижу. Ага, пропадают, потому что они уже... Это стазис-винтовка. Они офигеть маленькие. Они реально маленькие. И их можно прям запросто прям профукать. Серьезно. Эй, что такое? Да, титан. Ой, ну окей, ну окей. Стазис-винтовка мне сейчас не нужна. Мне бы нужна другая пушка, которая желтенькая. Забыл, как называется, но я вспомню обязательно. Так, там база, и здесь что-то было у нас. Давайте глянем. Там не база даже. Стой. Стой, 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 стой. Опять пропал. Как меня бесит. Я не вижу опять, да? Да, тоже знает винтовка, понял. Идем дальше. Ну, так уж и быть. Так уж и быть. Давайте все-таки погрузимся поглубже в наши извилистые мосты. После извилистых мостов, я помню, у нас что-то должно еще быть. Там должен быть очень-очень глубокий, совсем глубокий, прям глубочайший биом. Вот, начинается погружение. Опля. И в этом глубочайшем биоме мы находим что-то. Фрагмент морехода, который мне сейчас нафиг не нужен. Алмазики. Друзья, там... О-о-о. Чем ближе, тем мы находим типа какие-то фрагменты. Вот это вот интереснее. Вот это вот интереснее. Надо было, походу, зайти глубже. Как бы это ни звучало. Чтобы найти что-то интересное. Ох ты ж, ё-моё. Я забыл. Так, я его держать буду, значит, здесь. Давайте прям на... Пусть, короче, светит мне. Пусть светит вот так вот, да? Поверните, поверните, поверните. Все фрагменты хочу видеть. Вот. Он на 200... Надеюсь, он опускаться не будет, не сломается. Погоди, еще раз. 272 метра он стоит, да? Да, 272 метра. Надеюсь, его никто не сломает, не испортит. Блин, я уже забит этими ресурсами и иду... Ну ничего, титаны, что выкину. Сохраняемся, ребятки. Сохраняемся обязательно. Так, секундочку, что у нас с кислородом? Проверить, обязательно нужно проверять. Ага, второй баллон-то был пустой. Офигеть, вышел, блин, называется. Все, я пошел. Тут фрагмент ближе будет. Упс, новый монстр какой-то, да? Не? Не трогай меня. Что такое модуль изготовителя? Изготовитель морехода? Ух ты, этого у меня не было. Изготовитель... Стой, 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 стой. А здесь-то у нас будут, короче, апдейты для морехода нашего. Смотри, там есть. Стой! Что такое было? Чё, где? Что это? Твою мать, нож! Собака! Вау, да ну нафиг! Чё за фигня такая? Офигеть! Это... Ё-моё. Я влип. Я не знал, что этот цветок, блин, так дамажит. Я вообще не знал, что он что-то там делает вообще. Ребятки, это новый биом, которого я еще не исследовал. А там этот монстр. Хорошо. Мне еще надо.
Изготовитель морехода, так это же он будет делать нам разные ништяки для морехода. Ё-моё, он будет круче у нас, плавать глубже, с защитой и со всякой хренью. Офигеть, офигенно, короче, офигеть и офигенно. Модуль хранилища, наконец-то у меня будет полноценный, нормальный, грёбаный мореход. Давай, 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 давай. Все, короче, тому пацану, кто мне сказал, что я не использую камеру сканирования, молодец. Он молодец, короче, он молодец, но главное, чтобы и в эти цветы не заходил. Все, всего красного, короче, буду сейчас бояться. Такс. Че это такое такое? Че это за фигня такая? Три глаза, я, у меня он был. Что мы еще видим, друзья? Сканируем дальше. Блин, ну а этот биом-то интересный у нас. Хранилище. Есть. Фрагмент модуля хранилища. Отлично. Какие-то фрагменты еще были? Где они? Да я знаю, знаю я, все это знаю. Модуль изготовителя, это мы уже знаем, наверное, не? Да. Дышать типа? Ну как бы у меня еще баллончик есть. Дайте еще технологии, дайте, дайте что-то другое, что-то новое, что-то еще круче. Кислород, алмазик. Нормально у нас с кислородом все. Я очень глубоко сейчас заплыл. Меняем баллон. Где этот наш? Далеко? А, 8 метров. Блин, а тут этот монстр, я уже забыл, как его зовут. Но он очень здоровый. Очень здоровый. Нельзя с ним сталкиваться. Просто-напросто нельзя. Что еще на дне тут хранится? Пока не знаю. Подышим. Или наша комната сканирования сейчас уже как бы здесь не работает, или я не знаю, но... А, это, кстати, дно этого биома, не? Или что-то еще есть глубже? Тут есть что-то еще глубже, погоди. Ты там? Там, отлично. Все, мне кажется, нужно уже пора. Пора. А, бортовой тебе магнетит. Это мне не надо сейчас алмазики. Херазики. Так, подышать и обратно. Идем обратно, ребятки. Что-то было. Что это было? Я это должен сканировать? Зачем? Ничего вроде это не дает. Все, идем дышать. Потому что нужно дышать. И я на всякий случай сохранюсь вот здесь. А то мало ли меня какой-то мерзавец возьмет да и убьет. Ух ты ж, ё-моё. Чё ты такой близкий? Почему ты так близок? Сейчас другой вариант найдем. Подышим. Обойдем его, он ниже, мне кажется. Мне надо через... Один хрен через низ надо. Алмаз, иди сюда. Он где? Короче, где-то он там плавал. Этот хрен где-то там. Вот он там. Плавает. Не, биомчик интересный. Алмазики и всякая хрень тут у нас валяется. Но! Я могу уже сделать. Давайте глянем. Нет, выйди, 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 выйди. Вот так вот. А, можно его нормально поставить? В горизонтальном положении. Вот мне нужен... А, кстати говоря, да, вот этому аппарату, мореходу, нужен все-таки не регулятор, а нужен показатель нашего положения. Это было бы неплохо. Что мы с вами нашли в этом биоме, в этой локации? Модуль изготовителя и... Секундочку. Изготовитель. И что там было еще? И модуль хранилища. Жилой у нас есть, стыковочный есть, модуль аквариум есть. Нам вот нужен сейчас хранилище, модуль хранилища, там будут ящики. И модуль изготовитель. Это очень круто. Но мы это сделаем с вами в следующей серии. Потому что серия у нас затянулась, целых почти 50 минут заснял. Поэтому на этом заканчиваем. Друзья мои, с вами был Кентавр. Если вам понравилось все, если вы хотите продолжение, увидеть, что будет дальше, не забудьте поставить пальчики вверх. Не забудьте подписаться на канал, поделиться видосиком. И увидимся с вами в следующей серии. Всем удачи. И всем пока. Да, он там. Но встречаться с ним не хочу.
Нет. Кстати, а может все-таки... Не, не надо.